Не за горами то время, когда грипп превратится из предполагаемой опасности в самую что ни на есть реальную. Нынешний эпидемиологический сезон способен преподнести неприятные сюрпризы. Как же избежать риска заболевания? Ответ один – вакцинация. В первом лицее Славянска на Кубани вакцинация от вируса гриппа идет полным ходом. Грипп особенно опасен для детей своими последствиями, осложнениями. В группе риска прежде всего непривитые в нынешнем году. В специальном препарате «Сови-грипп», который поступил в необходимом количестве в Славянский район, есть новый штамм гриппа, ожидаемый в сезоне. В Славянском районе подлежит вакцинации 12834 ребенка, включая 13 число октября, провакцинировано 3841 ребенок. И данная вакцинация детей школьного возраста продолжается. В этом году получена вакцина под названием «Сови-грипп». Значит, вакцина московского производства в одноразовых упаковках, каждому ребенку одна доза. Очень важно, что состав вакцины актуализирован. Учтены последние рекомендации Всемирной организации здравоохранения. А это значит, что прививка от гриппа безопасна и действенна. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».